Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Не в себе. Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он? Или это просто плод ее воображения? Героине кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь. Поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам. «Колесо чудес» – история страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони-Айленде в Нью-Йорке. Темная башня. Главный герой – стрелок Роланд, отправившийся на поиски темной башни, оплота вселенной, удерживающей все миры от хаоса и разрушения. Девушка в поезде.
Сплит. Кевин, человек, в котором живет не менее 23 личностей, вынужден похитить трех девочек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина, чудовище, материализуется. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!